Pietro Romiles, Alexander Usi. Forget this awful time and listen to my comments. Touch gloves, good luck. У фіналі, як відомо, олімпійському чемпіону. І, ну, і... Да, видимо, українські смаколики. Ну, він приїхав в Україну далі себе знати і питатися. І вложитися в континентального пояса по WBO для українця. На кону тільки для Олександра Усика, Саша. Їх, в принципі, не так багато. Видимо, Педро Родригес. І він був трошечки удачних серій, но потом все быстро для него это закончилось. Левшой. Очень неплохо, более толстый был Родригес. А мне тоже сказался и лишний. Но тогда, в принципе, ему не помешало. Ведь Абдусаламов тогда считался одним из сильнейших. Апреля следующего года. Имя соперника. Чемпиона, успех всей страны подолати найсильнейшего. Шанского в переводе имеет много. Тримка. Вболіваємо его разом. Кем будет в ринге Педро, то можем говорить, что тут школа, как мы уже говорили, дает о себе без замаха, может пробить навстречу некую разбалансировку, знает, как боксировать с левшой. Он находится на 14-й позиции. Завершит WBA. Достойный. Напомним, что и Александр встречались раньше по любителям. Розмін, бачимо, повертає, намагається повертати. Бачите, така кубинська школа бокса. Не дає зібратися. Good boy, хороший мальчик. Партнер. Ну, Олександр знайшов, чим відповідати. Ну, а тут... Ну, дійсно. Да, зараз... Як ми і передбачали, особливо в початкових, для того, щоб той опустив ручки трошки. Українець. І... Часто так выстреливали сериями небезопасными. На ногах с этим никогда у него проблем не было. Занимался в Карпатах украинских. Превратился в такой своеобразный лагерь. Беспосредственно физически. Также тренировались частенько. Проводим на олимпийской базе поблизу Киева. Ну, в Киеве фактически, за спиной. Тирольские Альпы. Такого инфальтивного и пассивного. Многие посчитали, что... ему нокаутировать своих оппонентов. Кидайся вперед. Переконаний, якщо вболівати щирим серцем, та всі цик, власне, все-таки бокс не зовсім фітнес. Партнер з певною силою пробиває Педро. Кубинець. Все еще изучает его слабые стороны. В захист бьет кубинец. И вот... провалился оппонент, он не пошел делать ставку на скорость. Цікавий поєдинок маємо. Этот серию с четырех. Наразі маємо цілком конкурентный бубий. Напомним, что Александр Усик все свои бои на профраундов. Педро підсісти, и вот Александр Усик бьет ему в тулуп. Один из самых сложных соперников в карьере Усика это... по очкам, как минимум, здесь, в этом бою, но... Раунд и довольно высокий темп этого поединка, вот... Грумовым, который притаман и Денису Беринчику. В арсенал... Усика и Беринчика. Усику. Всем да, нашим колишним. Да. Ну и сплывая потрошечку пьят. Плотно держит руки и защитные ряду. Нужно отметить еще и стойкость кубинца. Раунд. Добрый владеет навычками боксерскими. Удары-то от Усика периодически проходят. Но он их так. Дригес, не боясь пропустить удар. Ну и просто таки эффект. Температура в ринге. Очень классный раунд. Впевненный, чем сильнейший суперник, тем сильнейшая вера в нашу. Василий Ломаченко. Розпочав полювань. Дает выйти на среднюю дистанцию.
Олександр Усик. Розкрити Родрігеса, Усик, і провести свою атаку. На Родрігеса і не збирається припиняти цей... таким чином спробувати застрілювати. Ну, він хоче ще не зламаний до кінця, це точно. Оба боксирують. Похитний, але... одним із самих жорстких. Ах, як жорстко. Супертяжелому весі. Бусаламов. Досрочно. Бусаламову. Стоящий на култер. І опускається на... Ми... Бакс! И гонг спасает и дает. Ставки на спорт, это фаворит спорт. Мы надеемся, что уже в следующем году Александр Усик будет и подключается снова зрители и поддерживая нашего чемпиона, пока что чемпиона мира. Еще одна серия, сегодня. И все, и валится, валится. Бедой. Тримается за канаты. Юрий Копцев останавливает этот бой. Физическую готовность до этого боя. И закидал Педро Родригеса. Да, такой уже аккумулирующий эффект от такого количества пропущенных ударов. Партнер трансляції інтернет-магазин «Розетка» переконаний, якщо вболіватися Педро Родрігеса, окрім того, як просто опуститися на канвас рингу.